Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа рукоделия, я Вика. Сегодня вяжем основу, стелечку для детских пинеток, балеток, кроссовочек, кедов крючком от маленького до 12 сантиметров для самых малюсеньких. Вот здесь вот у меня, видите, 12 сантиметров. То есть мы можем сделать маленькую, допустим, на 7, на 8, на 9, на 10. Это уже как вам будет нужно. Здесь у меня максимальная. Еще можно увеличить за счет плотности ниток и крючка. У меня крючок двоечка. Нитки 220 метров на 100 граммов. Для самого большого размера я набираю 20 воздушных петель. Это для размера 12 сантиметров. Если вам нужно 10, наберите на 2 петли, вернее 11, на 2 петли меньше. То есть двумя петлями, воздушными петлями, мы корректируем размер нашей стельки. То есть 2 воздушные петли, это будет 1 сантиметр. Теперь вяжем, вот наша первая, во вторую цепочку. Вяжем 12 столбиков без накида. Далее 6 столбиков с накидом. И из последней петли, вот наши 12 столбиков без накида и 6 столбиков с накидом. Из последней петли вывязываем 6 столбиков с накидом. Вот они наши 3 6 столбиков с накидом. И напротив наших 6, которые мы вязали ровно, мы вяжем еще 6 столбиков с накидом. Видите, параллельно 6 столбиков с накидом. Далее продолжаем опять 12 столбиков без накида. 12. И теперь вот, которая у нас была петля подъема, из нее вывязываем 3 столбика без накида. 2, 3. Делаем соединительную петлю. 2 воздушные петли подъема. И вяжем столбиком с накидом на всю, до нашего вот этого округлого места. Так, довязываем до наших 6 петель. Вот там, где были наши 6 петель из одной петли, мы вывязываем из каждой по 2 столбика с накидом. И там, где были 6 наших петель, мы вывязываем по 2 столбика с накидом из каждой. 1, 2, 1, 2, 2. И далее продолжаем столбиком с накидом до конца ряда. Вот так вот это выглядит. Довязали мы до конца ряда, когда у нас остается 3 петли. Вот эти наши 3 петли, которые мы вывязывали из одной. Из каждой вывязываем по 2 столбика с накидом. То есть в сумме у нас получается 6 петель. 2 и 3. Раз. 2. То есть всего 3 добавления. 1, 2, 3. Соединяем соединительным полустолбиком. Вот так вот это выглядит после второго ряда. Делаем 2 петли подъема и вяжем столбиком с накидом
до вот этого места, где у нас вот этот полукруг. До сюда вяжем столбиком с накидом. И теперь, вот видите, вот первая петля, я ее провязала. Следующую вывязываю 2. Раз, два. Одну петлю провязываю просто столбик с накидом. И следующую вывязываю 2. То есть чередуем. Одно добавление. Один раз с добавлением, один раз без добавления. Так 6 раз. Всего у нас должно получиться 6 добавлений. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 добавлений. Далее вяжем без изменений. Доходим до нашей пяточки, где у нас тут вот 6 петель. Добавление 2. 4, 6, еще одну провяжу. И из этих 6 из каждой вывязываем по 2. Раз, два. Видите, вот они, 2. Раз, два. Всего 1, 2, 3, 4, 5, 6 добавлений. Здесь вот еще провяжем. Один столбик, соединительный столбик, и все, наша стелечка готова. Так, мои хорошие, вот она, на 12 сантиметров максимальная. Корректируем, еще и объясняю, вот здесь вот при наборе в этом месте, то есть чем меньше мы здесь наберем, тем меньше стелечка у нас будет. Вот, еще можно корректировать толщиной крючка и толщиной ниток. Если взять толще нитки, будет больше стелька, если взять тоньше нитки, будет меньше стелечка. То есть корректируем нитками. Вот и все. А с вами была Вика из школы рукоделия. Всем пока-пока.